Сегодня 17 сентября. Этот человек был убит 15 числа. Мы видели его с дистанции в 150 метров. Мы думаем, что террористы проверяли, заминирована ли дорога. Мы увидели у него в руках автомат и засели в засаде. Когда он подошел ближе, между нами оставалось всего 5 метров, мы закричали: «Бросай оружие! Сдавайся! Сдавайся!» Но он нас не слышал. Видимо, находясь под действием наркотиков, так как его шатало из стороны в сторону. Поскольку на наше предупреждение он не обратил никакого внимания и продолжал идти, нам пришлось открыть огонь. Мы не планировали его убивать, а хотели взять в плен. Но нам пришлось это сделать, потому что он не остановился. Исламисты не выполняют условия перемирия. Вот здесь лежит одноразовый, так называемый одноразовый Даиш. То есть, грубо говоря, для того, чтобы в мирное время проверить, свободны ли дороги, есть ли там мины, они берут одного из своих, одевают на него пояс смертника, дают хорошую дозу наркотиков, и одурманенный человек идет, пока не попадает под пулю снайпера. Так произошло 2 дня назад. Вот на этом участке в Шейх-Масуде. Зачем? Конвой. Трекс. From Turkey. Большие машины из Турции. Что слышно? أبلغ إنه في جرافة تركية كبيرة. سمعت شيء عن أخبار فيها إنه هون إجت لهم. Не проходило ничего. Он же здесь должен пойти по этой трассе. إنه هلا هذا الطريق بده يفتحوه مشان سعادات الإنسانية تجي من تركيا. إنه في شيء عنكم أخبار عن هالشيء؟ في معبرين. هون واحد وباشكوي واحد. Есть две дороги. Один здесь, один второй на Башкой. То есть нет, мафия. هلا ما ما عندهم مساعدات ابدا ما هيك؟ هلا ما في لا ما مريت. انا بدي يمرق بالتراكس موجود مش عارف حط طريق. Сейчас нет трактор здесь, когда есть машина едем отсюда, вот открыта дорога. Вот это умирает. Ну все, поехали. Нахуй больше. Мне же здесь интервью. Мы сказали, уход, да? Вон. Еще одна. Время! Время, Сань! Расскажи 44. Победа. 14:36. Время 14:37. Поднимаются такие белые облака, эта высота находится под контролем сирийской армии. Вот можете видеть, там человек находится на позициях. Вот я сейчас нахожусь на той самой знаменитой дороге Костелло, по которой должен пойти гуманитарный конвой. Как вы сами видите, он находится под постоянным огнем боевиков Джабхат ан-Нуср, на которых не распространяется эти перемирия. За те 20 минут, которые мы находимся здесь, по позициям сирийских военных прилетело более 10 снарядов или минометных мин. Еще вчера была произведена террористами Джабхат ан-Нусра атака с использованием смертника. Однако он был остановлен вот где-то вот за этой насыпью. Его остановили противотанковой ракетой, и тем самым позиции сирийской армии остались в том же самом месте. Давай еще постою, еще чуть. О. Еще одна.